Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, вот столько и по законам есть по этой недельной главе. Но опять расскажу вам историю. Историю, потому что есть потрясающая история, связанная именно с этой недельной главой. Человек должен вот смотреться в то, что с ним происходит. Ведь чудеса вокруг нас, они есть, присутствуют. В Америке каждый год накануне Рош ха-Шана жена, так известный очень раввин Стивен Амон, он ездил на могилу своей матери на еврейское кладбище в районе Нью-Йорка. Да. И в этом году так что-то они задержались в какой-то день. И вот они за день до праздника, или за два дня до праздника, проезжали на автомобиле мимо кладбища, увидели, что время еще есть, когда остановиться, решили зайти. Ни души не было на кладбище. Они помолились, прочитали молитвы. Когда завершили молитву, Рабби Амон оглянулся и увидел, подъехал катафалк. Люди какие-то вышли, подошел к нему человек и попросил, говорит, нас 9 человек, нам нужен миньян, там хоронят одного еврея, помогите, пожалуйста. И не хватает 10-го. Ну, Рабби Амон подошел, присоединился, помог опустить гроб, могильную яму. И после кадыша и других траурных молитв люди стали расходиться по автомобилю. Он говорит, люди, куда вы, что вы? Вы же не засыпали могилу. Ему говорят, не беспокойтесь, сейчас вот подъезжает, мы наняли бульдозер, он сейчас подъедет, засыпет и все. Это по закону нельзя. Он стоит в замешательстве, что делать не понимает. Тут вспомнил положение. Есть такое, запоминаем, галахический закон. Есть такое, мет мицва. Требует заповедь, требующая позаботиться о мертвеце, которого случайно увидел в открытом месте, если кроме тебя его некому похоронить. Все, это заповедь очень важная. Так, даже коины, которые не касаются мертвых, если в такой ситуации обязан помочь похоронам. Он подошел, подъехал бульдозер, водителю говорит, у вас есть лопата, дайте мне, и езжайте, я сам все сделаю. Водитель не возражает, дал ему лопату, он взял... Там начал засыпать, попросил жену подождать. Короче, часа полтора он засыпал, это один, это все, потом завершил погребение, еле дышит, потный, воткнул табличку с его именем. Хотел уже уйти, но он же умный человек, он думает, ничего же в мире не бывает случайного как-то. Он начал задуматься, почему так? Он взял, сфотографировал это имя. И весь обратный путь проклян, он почему в самом деле, почему именно он оказался в этом месте, почему нужен десятый миньяне, почему он, и все это. Начал думать, расспрашивать, ничего не нашел, даже никаких следов этого человека. И он, когда позвонил он своему наставнику, а его наставник тоже очень известный в еврейском мире человек, Рабби Герман Нойнберг, это руководитель Ишивы Нер Израиль, очень известный человек. И говорит, что-то вот такая история, называет фамилию покойного. И Рабби Нойнберг чуть не выронил трубку. Он говорит после короткой паузы, он говорит, знаешь, я тебе сейчас расскажу очень важную историю. 40 лет назад, когда ты был еще подросток и поступил в ешиву, то вскоре выяснилось, что родители твои не могут оплатить твою учебу. И тогда я стал искать, говорит Рабби Нойнберг, спонсора, который взял бы на себя необходимые расходы. Тот человек, которого ты похоронил сегодня, 3 года платил за твое обучение, но просил, чтобы ни ты, ни твоя семья не знали его имени. Вы понимаете, что произошло? Вот в Талмуде, в описании вот этого закона Мэт Митсва, есть слово, с которого начинается наша семинедельная глава Пикудей. Вот расчеты, да? И в молитвах Рош ха-Шана мы говорим, что Бог помнит все, что забыто. Был такой известный рабби Израиль из Ружина, он дал этой фразе новое толкование. Когда ты забываешь, Бог вспоминает. Когда ты напомнишь, что Бог забывает. Что это, о чем разговор? Если человек делает какие-то добрые дела и как бы не помнит, сделал молодец, пошел дальше. Бог очень хорошо запоминает. А вот если ты каждый день напоминаешь, что я же тебе помнишь, там, вот Бог тогда говорит, окей, если ты помнишь, мне помнить уже не надо. Да? И поэтому еще раз, добро вообще не бывает просто так, как бы сделанным. Но, вы понимаете, иногда в жизни сталкиваешься с такими моментами, когда глаза открываются, задумайтесь об этом. Эта фамилия этих людей известна, люди эти чудо на наших глазах. Для чего оно происходит? Для того, чтобы люди открыли глаза и увидели. Есть мир, есть хозяин этого мира, есть начало, есть в конце в супермаркете, в этом касса, да? И все равно придется за все отвечать. А самое главное, поэтому сеять, как это, разумное, доброе, вечное. У нас это проще. Сеять доброе, доброе и доброе. Браха ве ацлаха.